Мы играем с папой в шашки, а вокруг одни бумажки, потому что вместо шашек всюду трюфели у нас, шоколадные конфетки мы расставили на клетке. Я одним удачным ходом съел целых 5 за раз. Ведь всего одна конфета может папе вызвать это гнилозубость, толстопузость, в общем, 1000 проблем. Здравствуйте, меня зовут Егор Поздеев, мне 6 лет, я живу в городе Минске. Я занимаюсь в киношколе «Биг Фильм».